Здравствуйте, друзья! Это начальная была фраза, а потом... Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Это точно, друзья. Мы очень рады вас приветствовать сегодня. Столь прекрасный праздник, вот на самом деле. Столько эмоций. Вот, даже, честно говоря, не ожидали, что соберется вот столько вот много хороших ребятишек, которые жаждут послушать творчество Клея Угрюма. Собственно говоря, вот Витя вот уже собирается. Пока мы сейчас немножко соберемся, мы уже можем начинать. Витя, ты не против? Ну, здравствуйте! Эй, давайте похлопаем, во-первых. Что ты выперся передо мной? Подожди, подожди. О, все, я себя слышу. Ну что, друзья, Христос воскрес! Воистину воскрес! Да, такой, кажется, воистину такой вот праздник семейный, да? Вот мы решили, почему вот такой должен быть концерт. Я уже отпраздновал, меня аж сушат, собственно. Да, вот концерт, он должен быть тоже таким семейным, уже праздник-то семейный. Мы вас хотим поздравить с этим светлым праздником, в первую очередь. И пожелать вам, пожелать Роман. Хорошего, мирного неба вам над головой. Это прежде всего, пусть в ваших семьях всегда будет тепло, яркие детские улыбки. Всегда в жизни сопутствует удача, ведь это удача в жизни много значит. Максим, что ты скажешь? А у вас носки прикольные, у меня видите, какие классные носки сейчас. Ту-ту-ту-ту. А хочу пожелать вам такой жизни, как мои носки, разноцветные и яркой, вот. О-о-о, как хорошо сказал. Но только чтобы не пахли хорошо, потому что это же беда. Жизнь должна быть яркой не только цветом, а и запахом. И запахом, конечно. Ну, Максим, ты что пожелаешь? Ну что, друзья, улыбайтесь чаще, слушайте хорошую музыку, радуйтесь жизни, открывайте для себя мир. Пусть вам солнце светит ярко, вне зависимости от погоды. Мы, наверное, будем начинать как-нибудь под ваши бурные аплодисменты. Мы громко-громко пошумим, да. Вот. А первая песня, которую мы вам хотим исполнить, это песня про то, как он тебя целует. Вот про это, собственно, и песня. Давайте. Сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил. А теперь потерял тебя, ла. А он тебя целует, говорит, что любит. И ночами обнимает, сердце выживает. А я мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме, а тебе напомнят. А у тебя целует, говорит, что любит. И ночами обнимает, сердце выживает. А я мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме, а тебе напомнят. А тебе, снова вижу я вас вдвоем, ты улыбаешься, в сторону я отвожу глаза. Что же делаешь ты со мной, зачем издеваешься? Я ж тебя так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, а теперь потерял тебя, ла. А он тебя целует, говоришь, что любит. Ночами обнимает, сердце прижимает. А я мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме, он тебя напомнит. А теперь говоришь, что любит. И ночами обнимает, сердце прижимает. А я мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме, он тебя напомнит. А тебе, а тебе напомнит. А тебе, ла-ла-ла-ла-ла, а тебе, ла-ла-ла-ла-ла, а по мне, ла-ла-ла-ла-ла, а тебе. А он тебя целует, говорит, что любит. И ночами обнимает, сердце переживает. А я мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме, а
напомнит. А у меня удалось не убить. И ночами обнимает, сердце прижимает. А я мучился горе со своей любовью. Фотографии в альбоме, а тебе напомнит. А тебе, Чувствуется, да, что жарко становится? Да, на улице погода становится с каждым днем все прекраснее, весна просто дает о себе знать. Да, ребята, вы соскучились за летом, вот скажите. Есть уже такое, хочется на море поехать, да, уже отдохнуть нормально. Но, что я не люблю вот в этом вот время, вот летнее. Что? Вот, это вот эти вот, когда деревья такие красивые растут, да? Ну, тополь назывался, да? Тополь, и оттуда тополиный пух вот это. Типа раздражает все время аллергия, да? А мне аллергия, я аллергетик, не люблю это тополиный пух. На самом деле, в период первого месяца лета, ну, собственно говоря, май и июнь, мы не выступаем, потому что у Вити аллергия. Ну, как-то так, да. Поэтому, друзья, для вас песня «Тополиный пух». Давайте! Такой регги, значит, будет. Тополиный пух. Жара июль, ночи такие лунные, а соленый ветер с моря дул, унося с собой мысли грустные. Да сколько можно? Это мой квас вообще, нормально. Давайте пить. На асфальте мелом ты рисуешь лето, ласковое море, трогаешь ладонью. Вот время, и то, чего не знаешь, и беспечной птицей. Ты ладонь к небу, ты ладонь к небу, а то просто к сердцу, а то просто к сердцу. Где найти мы счастье? Маленькую дверцу. Попью. Какой пью? По квасу. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие лунные, а соленый ветер с моря дул, унося с собою мысли грустные. Тополиный пух, жара, июль, белые хлопья снега, и любовь тебе пришла. Витя, что ты делаешь? Любовь. Он ответил на вопросы нормально. Я понимаю, что ты любишь одной попой на этом стуле. Я понял, наверное.
наверное, именно из этой песни, собственно, мне кажется. Вот нам просто мало кто знает, нам сделали сегодня прикольный подарок. Крашенки сделали. Вот. Да, а там наши лица. Вот теперь вот я понимаю, почему он именно мое лицо было голубым. Оно синим. Синим? Я надеюсь, что оно синим. Витя, этот год синего коня просто, может поэтому оно синее. А может еще по другому поводу оно синее, ну. Ну типа да. Ну как-то да, да. Хочется куда-то улететь. А можно мы яйца типа покажем? Ну прикольно. Да, хотите яйца покажем сейчас? Какое нам? Хотите? Вот смотри, яйца вообще просто шикарно. Я вам что предлагаю, ребят, мы короче, нас четверо, и мы все время между собой там соревнуемся. Там кто сильнее, кто круче, там, я не знаю. Я предлагаю выяснить конфликт, чье яйцо крепче. Здесь и сейчас. Не надо им бить. Не надо. Не, ну просто тут два варианта. Либо вы знаете, мы с ребятами любим бить за яйцами. Тут типа, не, тут просто два. Либо мы бьем друг другу лица, либо они потом тухлые. Вариантов немного. Да, поэтому давайте сначала будет полуфинал. Полуфинал, полуфинал между Максом и Максом. Итак. Я просто. И чемпион живой Шипс! Я убогий. Ты знаешь? В этом конфликте я знал, что победит Максим, я вам честно скажу. А теперь сейчас будет вообще драка зверей. Бам-бам-бам. А что будет там, кто выиграет? Ничего. Чисто тому яйца достанутся поесть, я так думаю. Да, поехали. Рома, мы с тобой ты пора? Оно у меня вылупилось в руках. Слушай, ну подстава, там сейчас улетит. Цеплю. Сейчас, а сейчас финал, друзья. Давайте поддержим конкурса. Украина. А, кстати, это очень значимо, видите? Ой-ой-ой. Мы братья. Ребята, я предлагаю их даже не бить. Это нечестно. Валюпал первый, на самом деле. Ну что, в любом случае, я что предлагаю? Раз ты победитель, значит, тебе достаются эти яйца. Ты берешь прекрасный майонез «Провансаль» и кушаешь ним. Давай, кстати, песню про страну, где появился «Провансаль». Друзья, что яйцо? Отдай ради бога. Я предлагаю песню вам спеть в таком случае под названием «Прованс». Чтобы он хорошо взлетел и сайт неудачно сел. Где-нибудь в
там еще немного и права. Просто, это ты сам сделал. Это был я. Согласен. Ну что? А мы пойдем по теме весны. Да, ну вот про весну вот рассказываем какое-то, как это прекрасно, как это замечательно. Вот есть коллектив, наш любимый коллектив, который называется «Пятница», который в свое время весну спел так, что просто вот мурашки по коже, даже когда я об этом говорю, видите, не вру, честно. Так что давайте... волосатыми становятся, когда они появятся. Да. Поэтому давайте поаплодируем на этому факту. Да. Сейчас давайте представим, что мы находимся где-нибудь, мы вот такие вот мажоры серьезные, да? Мы вот пришли в лаунж-кафе, нам налили какое-то очень дорогое вино, и мы сидим, наслаждаемся музыкой. Бордо. Кто хочет, может немножко вот так вот щелкать в ритм с музыкой. А сейчас представим, да? Вот, тихо-тихо, закройте глаза, сейчас представьте. Где-то далеко-далеко играет музыка, слышите? Улица лица, лица не спится, засыпаю, не могу остановиться, зажигаю, наблюдаю за собой там. Со стороны раны не зажили, долго кружили дом. Снова день и ожили, были, любили, забыли, оставили там. Я же вернусь, снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я так хочу, чтобы ты... Я так хочу, чтобы я часами, словами, мыслями грузили себя. Прячутся их недостаток, до них не добраться, можно смеяться, не приземляться. Трудно понять, легко догадаться. Нет, того, чтобы было, а тогда гонять. Время не ждать, можно сгореть, не успеть, не допеть, не до дна. Не узнать, потеряться, можно смеяться, не приземляться. Легко догадаться. Я не вернусь, снова не будет весны. Я подымусь, я уже не боюсь высоты. Я так хочу, чтобы ты. Я так хочу, чтобы я. Часами, словами, мыслями грузили себя. Спроси меня, где я иду никуда. Да, горят провода, это правда. Сухая вода, бесконечная нота. Спроси меня, кто ты? Кто ты? Кто я здесь навсегда? Я же вернусь, и снова наступит весна. Когда я проснусь, я знаю, тебе достойна. Я так хочу, чтобы ты. Я так хочу, чтобы я часами, словами, мыслями грузили себя.
Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я. Тут аплодисменты тоже. Подойдем сюда. Нужно микрофон, когда ты сам расслабился от этой песни, чтобы переступ начал выключаться. Выключаться, значит? Да. Держи его напряжение. Я уже держу. И попой побольше у него, а то, может, мама поешь. Вот я так посмотрел, вот, ребята, вот есть тут люди, которые еще до сих пор учатся в школе, а есть, которые уже закончили, но были в школе. У меня вопрос, ребята, был ли у вас какой-нибудь любимый предмет в школе? Нет, глобус. Глобус — это не предмет. У нас был любимый стул, и до сих пор лишь остался. Вот мы до сих пор работаем только со стулом. Не, на самом деле, вот я любил такой предмет, как вот биология. Вот не знаю. Ну, нравилось мне. Особенно там, где была 76-я страница. Там, где персики и печеньки. Да, вот. Я там возмужал на этих страничках. Вот. Что-что? Печеньки ему нравились. У него же яйцо было. Ну, кстати, это не шутит, потому что некоторые учатся на печеньке. На школе. Вот. Короче, ну эта песня сейчас, если честно, похожа на то, вот мы вернулись с X-Factor'а, мы такие стали, нас типа все знают, мы такие вот, нас все хотят, да. Такой реакция, знаешь, такая реакция, как будто это все неправда, уже я рассказываю. Короче, эту песню мы написали под воздействием... Под воздействием Виагры, группы, я уже сказал. Группы Виагры, короче, песня «Биология», друзья, для вас. Давайте! Мы переделали под воздействием, а то написали как-то. Сейчас Константин Меладзе на права сейчас на нас. Так, это не снимайте, пожалуйста. Ну что, поехали? Раз, два, три, 16. Оглянулся, пригнулся, не успел я. Популярность, как буря налетела. Что ни слово, то вода под лески. Что ни осад, то руки не на месте. Сердце требует мести, даже лет через 200. Это время я не забуду, если... На самом деле, такая веселая штука у нас, это же квартирник, в принципе, можем говорить какие-то такие вещи, которые кто-то не пришел на них и не узнает. У нас об этой песне есть такая шутка. Нам сказал человек, который, в принципе, нами занимается, скажет, ребят, вы достали говорить о том, что эта песня посвящается сюда 8 марта. Мы не будем изменять традиции. Каждый раз, мы уже 1 апреля говорили, эта песня посвящается 8 марта. Это мы девушек поздравляем. Да, да. Вот, ребята, сегодня Пасха, и в этот прекрасный пасхальный день мы будем поздравиться с 8 марта. Стив, сразу же Стив. По-моему, мило, да?
Словно наказанный, как в детстве. Я прошепчу тебе на ухо, тихо-тихо. Моя любимая ты, лебедиха. Ты посмотришь на меня с обидкой. Скажу по-украински я. Ты моя лебедка. Сегодня весь гонорар пойдет на то, что Витя потолок чинит. Гонорар? Зачем ты проболтался? Ну ладно, мы пошутим. Эта песня на самом деле действительно посвящается всем. Ба-ба-бам, ба-бам, ба-ба-ба-бам, ба-бам. Ти прокидаєшся зовсім рано від запаху кави. І сніданку поставив музику на романтичному диску. Приготував тобі яєчню і сосиску. Випадково пересолив яєчню. Втім тебе вразити. А ти сиш через сльози. Не хочеш образити. Я бачив від щастя твої сльози. Подарував тобі мило і мімози. Тебе кохаю я життям аглаю. Цей день радий я бачу навіть маму твою. На сонечко ти сяєш і пахнеш наче кітка. Зірвати тебе хочу, зірвати тебе хочу, зірвати тебе хочу. Ти моя любітка, моя любітка. Що ти у мене є, як сонечко ти сяєш, і пахнеш наче квітка. Зірвати тебе хочу, зірвати тебе хочу, зірвати тебе хочу. Ти моя лебідка, моя лебідка, моя лебідка. Классно? И мне кажется даже, что мы ее спели лучше, чем кое-кто там на X-Factor ее там пел. Ну мы лучше спели, потому что нас больше, во-первых. Да, и мы больше. Вот и... Можно еще не сделать за это. Да. И хочется вот такой себе батл сейчас устроить. Вот кто лучше это все споет. Вот. Давайте позовем, наверное, этого человека, который это пел. Давайте. Аплодисменты под ваши. Даня Рулинский! Давай, выходи. Кстати, угадайте, кто из них Даня Рулинский. Говорят, он немного изменился после X-Factor. Он отрастил волосы, собственно. Да. А мальчик, ты кто? Данька, здорово, братан. Как делишечки? Вот, ну, Дань, докажи нам всем, что ты это лучше поешь, чем мы. Давайте. Ну, на самом деле, я сейчас буду петь «Не you are so beautiful». Я буду петь другую песню, которую... Сдаемся. Тут был такой концерт. Неделю назад был концерт наживо. И тут наживо. Ну я наживо. Вот. И там выступали Клей. Я туда пришел, и меня очень. Я очень долго смотрел на Малика. А потом понял, что может и мне тоже начать играть на гитаре. Но потом это не вышло, и я дал ее папе. Вот. Поэтому. Почему? Песня, которая меня вдохновила, я ее написал после встречи с этими замечательными маликами. Ну, называется «Я куплю себе гитару». Я здесь специально посижу, чтобы он не забывал, что он все-таки в гостях. Вы увидели, что типа мы тут главные вообще классы.
Давайте, ну поаплодируем, да? Песни мы бы хотели немножко разбавить это лирикой такой трошки. Вот. И я бы хотел сейчас вспомнить песню, которую написал этот человек, сидя сейчас за фортепиано, Александр Гертих. Скажите мне, почему? Скажите. Но песня называется «Tell me why». Но она на самом деле такая. I'm sorry. Давайте поаплодируем так. I have time.
be some for me, for you. Да, давайте я поаплодируем, реально, Даня, Ромашки. Вживую, да? Смотрите, это что-то, у меня мурашки были. Мурашки были, действительно, сделайте что-то с этим, потому что мурашки в зале, это нехорошо. Вот, классный инструмент. Чувак, где он ярил вообще, там круто. Да, вообще было. Ты включи микрофон. Да, все, включил. Ну, классно, наярил. Вообще крутой инструмент, дайте попробуем, мне же интересно. Да, мне кажется, он настолько простой, что каждый может на нем играть. Реально каждый может сыграть? Да, вообще. Ребята, есть кто-то вообще, кто играет на этом? Да? А ну, поднимите. Кто? Ты? Я тебя видел, ты. А, мальчик, выходи, мальчик. Да, ты. Выходи, да. Да. Поаплодируем мальчику. Привет, мальчик. Ой, привет. А как тебя зовут, мальчик, скажи нам? Меня зовут Женя. Женя. Поаплодируем, это Женя, да. Женя, если ты умеешь играть, это было лайки? Чуть-чуть совсем? Совсем чуть-чуть, да. А ну, докажи, слышишь, Роман? Да, покажи уровень. Да. Пусть он покажет. Нет, может, давай ты покажи, а он пусть повторит. Пусть попробует. Попробуем. Сейчас. Так он играть не умеет. Ну так пусть учится. Давай я буду учиться. Давай мы будем учиться. Ну смотри, это пианино. Здесь есть клавиши и педали. Газ и тормоз. А, слушай, а среднее это... А знаете, среднее расцепление. Все логично. Роман, давай. Это... Спалился. Там play нажал, чувак, просто. А ну, повтори. А ну, это, вы знаете, повезло, на самом деле, Алсу. У ее отца есть тоже возможность, значит, автомобиль есть такой, там две педали. Вот одна педаль газ, а вторая нефть. Вот, а ну, Жень, давай, повтори хоть это. Ты сможешь? Я тебе объясню. Это, да, для начала... Так, давай я выключу эту кнопку, потому что я вижу, она у тебя тоже играет. Подожди, что-то хитрит. Да, ты, во-первых, сядь, за инструментом надо сидеть. Я тебе сейчас все объясню, все очень просто. Сейчас, подожди, секунду, извини. Алло, мам, я на концерт. Блин, пьяный я, мам. Мама, да, и тебя и Христос воскрес, да. А что там можешь, там, не знаю, мурку там, какую-то, что-то такое, как всегда, знаешь? Мурку, давай, мурку. Давайте мы мультики посмотрим, давайте. Ребят, покажем мурку, мы снятым. Вы мультики? Вы что будете? Thank you.
как вот пираты, которые еще продают диски. Это. Ты мне скажи, ты знаешь, Жень, все хорошо. Все хорошо, я уже придумал, у меня уже схемы в голове, мы с Ромой уже обсудили, да? Вот все хорошо, но только не хватает чего? Не хватает. Видите, уже свой собственный продюсерский план на тебя. Да, у меня есть план. Продюсерский. Пиратский, да. Вот все хорошо, ну, надо, знаешь... Чем-то разбавить надо. Да, вот тебе бы девочку, Жень. Суховато, да. Тебе бы девочку. Смотрю на твои глаза, вот которые грустные, тебе бы девушку. Давай найдем тебе девочку, давай. Вот садись сейчас, девочка, мне нужна... Красивый щит. Талантливый. Здесь все талантливые, с ума сойти. Есть девочка, которая любит сладкое? А я вот хочу вот ту девочку, можно ту девочку? Ты хочешь? Ты не в Макдональдсе же. Две девочки и колу, пожалуйста. Девочка, здравствуй. Боже, ни разу тебя, кстати, не видел. Как тебя зовут? Макдональдсе. Брёст ты, Даша. Даша Кол, твои сюда. Друзья, а сейчас на сцене подошла наша, а что скрывать, наша сестра, наша любимая сестричка, самая лучшая в мире девочка. Дашенька Ковта, под ваши бурные аплодисменты встречаем. Это человек, без которого мы просто не могли поправиться. Поправиться, да, собственно говоря, не могли отыграть наш творческий вечер. Я бы наоборот, это человек, из-за которого мы не могли поправиться. Да, из-за которого. Потому что наседала все наши сладости. Да-да-да. Ведь все, передашь, ну, пора уже раскрыть всю правду. Смотри на Витю и на меня. Это точно. Тут уже ничего не скроешь. Витя просто от нас втихаря с Дашей топтал. Даша, я вам говорю, это Даша. Я видел, что он показывал фотографию. Ладно, все, проехали. Аплодисменты. Дашонь, скажи, ну что, ты что-то сыграешь там с Женей? Мне надо будет играть. Не, ну ты споешь, а Женя сыграет. Ну ладно. Вот, Женя, девочка, нравится? Все, берем девочку. Давай. Микрофон. Добрый вечер, дорогие друзья. Христос воскрес. Что хочется вам, чего вам хочется пожелать? Пожелать Божьей благодати, добра и мира. Это те вещи, которые, наверное, необходимы каждому человеку. Ну, а мы начнем чем-то теплым, светлым, да? Ну, доброй какой-то песни. Не так, как ты любишь, Хмара. Другие какой-то там. Давай, играй. Я правда смотрю, тут одни девушки собрались. Хотела сказать, если у кого-то возникло желание поцеловаться, целуйтесь, но я вас не буду призывать к этому, друзья. Kiss me, out of bed, madly, the sun brings sweet, sweet.
друзья, вот такая вот целующаяся песня. Ну, как-то вы очень меня смутили сперва. Вы знаете, мы жили с вами так долго, я... Может, вы смутили своих родителей, если они где-то перейдем. Да, мы просто, я, мы, кто не знает, мы жили очень долго вместе, да, у нас большая квинтетная семья. Вот, ну, в общем, не делайте этого больше. Уточни, что на X-Factor они подумают еще. Фаина, не слушай меня. Фаина, выйди, она сейчас будет петь, не слушай. В принципе, не слушай. Следующая песня, ну, в общем, ребята, вы, если что, поможете, она не менее узнаваемая, я думаю, песня о счастье, о том, что нужно поменьше переживать и побольше быть счастливым, чего я вам и желаю, потому что очень много проблем, всегда можно с ними, в общем, сталкиваться, да, это нормально, это естественно, но очень важно, как вы к ним относитесь, поэтому относитесь к проблемам с легкостью, и тогда у них не будет желания к вам приставать. Счастливы, друзья!
все, как мы там советовали с Ромой. Вот. И мы так подумали, вам опять что-то не хватает, ну честно. Ну согласитесь, ну вроде все хорошо, но что-то так вам не хватает. А я думал, они еще одну песню петь. А спойте еще одну песню. И мы точно убедимся, надо ли вам что-то. Мы вас точно выгоним, да? Вы тут вообще накидали, вот как было и на X-Factor, постоянно приходилось вас убирать. Так и здесь, что это такое? Даш, убери. Так не надо, у нас было всегда чисто. Да, можно есть, если что. Не, на самом деле, вот кто не знает Клея Угрюмова, я действительно могу сказать, что ребята очень чистоплотные. Это сейчас так пойдет. Мы едим только кошерную пищу. Нет, мы сейчас поем, мы долго с Женей решали, мы никогда не можем найти никакого консенсуса в выборе песен. У нас как-то все очень всегда спонтанненько получается. Вот сейчас поем песню, пожалуй, одного из наших любимых исполнителей, песню Стинга. Я думаю, все, да, знают Стинга. О, это стильно. Так, кто? В общем, да, немножко дадим такой лирики. Но я надеюсь, вы ее знаете. Я надеюсь. Не знаете, познакомим вас. Это моя любимая песня. Ты не знаешь, что это за песня. Максим, крути звук. Закрой рот и улыбайся, да, типа? Yeah.
обудливой, обудливой женщине. Даша, Даша Хмара и Женя Ковтун, да, друзья, аплодисменты. Вот, и тебе, вот мы так со стороны посмотрели, и тебе точно, что вам вот не хватает? Вот что вам не хватает? Жени Хмары. Нас, вам не хватает нас, вот реально, мы можем украсить. Вот, серьезно, поаплодируйте этому факту, реально, согласитесь, вот не хватает их нам. Так, люди с этим не согласны, да, Юрий? Ладно, Даша, ладно, нет, просто, вот все идеально. Вот надо немножко, вот пачка немножко, вот из нас, понимаете? То есть, давай мы, я тебе хочу предложить съездить с нами на море. Хочешь? Наконец-то! Крым! Да не покупаешь сейчас в этом автомате, поедем отдыхать на море. Нет, шучу, понятное дело. Я видел тебя на море, ты любишь там сидеть, вот поэтому присаживайся. На море любит сидеть. Она не умеет плавать просто, она просто сидит. Это мне? Да, это тебе. Так что присаживайся, а мы тебя обложим со всех сторон. Жень. Это очень звучит как-то. Жень, не обижайся, что мы не тебя обкладываем. Да? Жень, не надо Женю обкладывать. Женю обкладывать не надо. Женя... Тебя одного мало, Жень. Да, мы у твоих ног, Даша. Я понимаю, конечно, давай, что давай. Ты не знал, что вот такое произойдет. Потому постарайся с ним произойти. Пианисты классные. Не, ну ладно, четвером, но в пятером это уже. Пятером? Ну, по крайней мере, такого еще здесь не было. Ну, до этого же момента я как-то со всеми вами справлялась. А теперь... Давайте мы вот этой композиции, которая сейчас выстрелилась здесь, поаплодируем для начала. Давайте, давайте, давайте. Да, мы это будем. Да, это просто был убитый режиссерский код, он же не может этого не делать. На самом деле, впервые эта песня исполняется совместно с Дашей Коутон и Женей Хмарой. Да, мы сегодня решили поэкспериментировать, сам экспериментировать, так сказать. За 10 минут. Так просто и скажи, вы решили поэксплуатировать. Да, мы решили. Даша хорошо заходит на публику. Чего бы нет, Даша не спеть, правильно? Давайте тогда представим, что мы все на море. Давайте мы все поедем на море. Вот такой огромной компании. Представим, что мы пионерский лагерь. Собственно, мы на пляже. Просто бурное море омывает берега. Только слышно пока. Ветер с моря дул, нагоня беду, и сказал ты мне, как вам? Супер! Зачем ты это выпрашиваешь?
Короче, если мы останемся без работы, мы будем у Даши бэк-вокалом работать. Это точно, тут не пропадем как минимум. Мне просто интересно, реально отсюда спишь? Не пройдешь. Витя, ты мог пройти к нам. Сейчас я выяснил, что ела эти печеньки, походу. Даша встань, я застрял, походу. Все, Витя, ты будешь наказан. За клевету? За клевету? За клевету. Раскормила ты Витю своим печеньем. А у нас есть, друзья, еще одна классная песенка, наша авторская, которую мы пели у Даши на творческом вечере. И решили, собственно, потом сделать окончательную версию, записанную с Дашей. Это будет наш совместный дуэт. Да? Я просто первый раз об этом слышу. Вот, собственно, Даша! Вот, а ты не против? А, не, не, да, смотри, на Ранита. Даша, Женя. Да. Ты согласен? Вы согласны спеть с нами песню, да? Да. Только без кольца, ладно? Обойдёмся. Что? Я сгоден. А, не согласны, друзья, аплодисменты, не согласны. Нет, на самом деле это и правда честно у нас, потому что ребята пишут невероятно крутые песни. Я, в принципе, поражаюсь, что почему у вас даже полконцерта коверов, это ладно, мы с Хмарой никак не созреем для авторских песен, но у вас то столько авторских песен, поэтому я вам уже предлагаю сделать концерт. До 18 люди, понимаешь? А, ну да, тут надо, конечно, формат. А ты о чем, Максим? Ни о чем. Я тебя тоже вот вообще ни о чем сказал. Знаешь, песня ни о чем. Песня ни о чем. Давайте вас похвалить, ребята. Давай. Не, на самом деле, и правда, я присоединяюсь к словам Даши и хотел сказать, что клей Угрюмова, да, показал формат, которого не было до этого. Я считаю, что не то, что это нужно развивать, а продолжать писать новые песни. В общем, да, потому что у нас они первые. И, по-моему, это достойно аплодисментов. Мы продаем песни, если что, так. Оптом, килограммами. Но у меня просто есть на вас компромат, друзья. Вот, блин. Вам придется даром отдать все песни. Плюс у меня есть демоверсии почти всех ваших песен. Ну так, это я так, на всякий случай вам говорю. Вот тут надо сыграть другую мелодию. Ладно, все, мы затянули очень. Ребята ждут песню, давайте споем. А песня про облака, друзья, под ваши бурные аплодисменты. Go.
спасибо, друзья! Даша Полку, Женя Мара, настоящие друзья! Спасибо вам большое! Еще раз с праздничком! Потрясающий музыкант! Но мы вам благодарны за то, что... Друзья, еще раз наши бурные овации! Нас к себе, мы тут какао попили, пообщались с прекрасными ребятами. Вкусно это мы сделали. Да, в общем, ладно, мы уходим. Ну, мы здесь, но мы уходим. Давайте поаплодисменты проводим наших друзей. Где-то там Данечка вас ждет, и скучка угодом, Данечка. Я бы хотел сказать, друзья, Женя, осторожно. Ты сейчас попорвешь тут все. Женя опьянел от своей игры. А я хотел бы сказать, друзья, и выразить огромнейшую благодарность проекту «Наживо» за столь прекрасный вечер. Друзья, под ваши бурные аплодисменты. Организаторы вот такие вот, ребята, видите. Ведь так тепло здесь, хорошо, уютно. Вы согласны с этим? Мы здесь второй раз, но я влюбился по уши, честно. Я хочу каждое воскресенье приходить сюда, платить 100 гривен. И петь! И петь! И петь! Платить 100 гривен! И петь! Смотрите, нормально устроились, я вам скажу. Один уже есть, как минимум. Вот. Давай так, будет лишь платить 100 за двоих, как минимум. Как... Я там пейсик сейчас так поправлю. Да, ну Дима, национальность моя играет. Да, играет тройка национальность. Ну что, ребят, ну наши друзья попели, все было чисто, красиво. Пора испортить концерт! Нафиг его испортить! Пора и честь, знаете, собственно, попели, и все, ну дайте выступать это самое. Нормально, ребята, мы... Ну типа как, ну да. Давайте поаплодируйте нам, вот же нам это, да? Ну, для начала, мне кажется, надо вылиться в коллектив обратно, который мы уже вылились. Давайте споем все вместе. Споем песню, которую вы все по-любому знаете. Ну, или хотя бы раз в жизни слышали. Что ты на меня смотришь? Это сейчас кому сказал, Данил? Да, да, ты, Карина, да. Что ты на меня смотришь? Миллион автобус. Может, я не той, кто тебе потребен? А? Я не той, кто тебе потребен, аплодисменты! Давайте с нами. Я тобі заграю на моторі або може трубі. О, класно, молодец. Сонце вийде за хмари, та по потріблі завлюкотять дощі. Чому? Чому? Бо я не той, хто тобі потрібен. Я не той, я не той. Я не той, хто тобі потрібен. Я не той, а хто потрібен насправді. А хто потрібен насправді. А коли ніч моє вкриє місто, то ти побачиш, як я гарно танцю. Наталя Борн! Я подарую тобі зірок на місто, крижаними бабами тебе я намалюю. Ви скажете, чому? Бо я не той, хто тобі потрібен. Я не той. Я не той, я не той, хто тобі потрібен. Я не той, а хто потрібен насправді. А хто потрібен насправді. Зараз поводили, да, вон? Ва-в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 а. Я не той, а хто потрібен насправді.
свету, а могли бы нас пройти. Ребята, сами себе поаплодируем, сами же пели, прекрасно, по-моему, получилось. Шикарно, давайте, залюбите себя больше, ну, не за себя. Ну, эй, молодцы. Блин, какая музыка с тобой начали. Классно просто, реально. Представляешь, тепло, так уютно, здорово. Друзья, ну реально друзья собрались такие вкусные. Я сейчас посмотрю, какая у нас песня. Какая у нас еще песня, с ума сойти. Ребят. Бинокль мой, правда? Ребята, вы знаете, сразу хочется провести антирекламу. Не курите сигареты с ментолом, мужчины. Знаете почему? По-моему, а вот не надо даже спрашивать, плохо это. И вообще курить это вредно. Поэтому, я уничтожаю все сигареты, которые есть в мире, чтобы они не достались вам. Все очень просто, я борюсь со злом. Да, Минздрав предупреждаю. Да, предупреждаю. Ну, дым сигарет с ментолом, знаете, группа? Поют, знаете, да? А я считаю, что это плохая песня. Вот не, знаешь, Витя, я тебе так скажу одну штуку. Видишь, тут такой вот братан стоит с камеры. Ага. Он тут вообще не зря стоит. Он снимает нас, это потом будет видео, и мы сказали, что мы поем авторскую песню. А ты поешь сейчас кавер на Нэнси и этого самого, как их? Депешман. Да. Поэтому ты немного ошибся. Витя просто плохое зрение, он немножко... Вот, собственно. Вот и сдулся, Фома. Как неудобно это получилось. Ну, но сейчас будет нет песни. Ладно, ну в таком случае стих, я приготовил стих, давайте подошли. Давай, искупи вину свою стихом хотя бы. Потолок. Потолок ледяной. Это, да, Максим, давай сексуальную подложечку какую-нибудь. Без счастья многого не надо. И не надо, чтобы покупали наши диски. Нам только вот одного вот надо. Девчонки, покажите свои руки и похлопайте, потому что следующая песня будет называться «Грудь». Авторская, эротическая. Покажи мне, покажи. Можешь стоять,
счастья нет, лежи. Ну покажи, ну покажи, ну покажи мне. Вообще я вспотел после людей вот этим, собственно, сейчас покажу что-то, наверное. Ничего не покажу. Ну что, вернемся к тому, там, где я промазал. Группа Нэнси, знаете, да, помните, что такая была? Короче, считаешь, ты ее уже объявил, уже вставляешь из-за песни. Да, так вот, я считаю, что это плохая песня. Друзья, кто-то знает здесь группу Depeche Mode? Да. Да? Кому нравится Depeche Mode? Эй, ну, ну! Нравится, да? Роман. А мне тоже нравится Depeche Mode. Поэтому встречайте my personal mental. My personal mental. Симбиоз двух песен, друзья, под ваши бурные аплодисменты. Мы для вас скажем версию. Она будет такая немножко вульгарная. Но... максимально. Давай, Максим. Сигарет с ментолом, пьяный угар качает, качает меня. В глаза ты смотришь другому, другому, который ласкает тебя, ласкает тебя. Губы, губы твои, твои, как маки, у макаки. Платье по моде носишь, носишь платье ты. Себя ему растаришь. Меня же знать не хочешь, не хочешь меня. Творчество Михаила Круга. Да! Серьезно? Я подозревал. А Бутырку? Да!
Бутырка там сзади есть, да? Дождались, да. А Розенбаума? Нравится кто-то Розенбаум там, да? Розенбаум. Розенбаум. Нравится? Это специально для вас? Песня «Ваня Дорна, ненавижу». Да. Что-то аж похрестило немного. Аж стало жарко, не стыдно. Боже мой! Ребят, мы вот это вот веселимся, а мне аж стыдно стало действительно. Нехорошо мы веселимся, ребят. Почему? Да потому что мы тут собрались, веселимся, а ведь в мире существует реальная проблема, которую надо решать. А ты об этой? Да, об этой. Это да. Друзья, ну, в общем, стих. Песня об этой проблеме. Стих. Сначала стих. Я волнуюсь, да, мне будет, наверное, по литературе 5 дней. Да не стихи сегодня читаешь. Вы все здесь красиво одеты. Блин, я так не могу! Ты можешь? Смотри, а то я сейчас к Жене к Маре уйду. У нас там есть линейка. И ты тоже готов распутаешь. У тебя все, ты почему-то уходишь не к другим дамам, а к моим друзьям броня. Я имел в виду. Творческое сотрудничество имел в виду, вы о чем подумали? Голубое яйцо на Пасху, ты понимаешь? Ну это да, это знаково. Ладно, стих, поехали. Вы все здесь красиво одеты, но вы не знали, что это шили китайские дети. И пока вы качаете под музыку в такт до ревматизма, китайские дети трудятся во имя
коммунизма. Поехали! Это серьезная проблема, друзья, аплодисменты. Давайте аплодируем. Давайте поддержим китайских детей. Давайте! Своим нестандартным танцем ты хочешь быть американцем. У тебя в Мерседес, ты не идешь на крайности, ты немецкой национальности. Подземники варит твоя бошка, значит ты епошка. Макаронами забит весь буранец, значит ты итальянец. Но их объединяет только одно, знаешь что? 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 Весь мир носит китайские кроссовки. Весь мир носит китайские кроссовки. Весь мир носит китайские кроссовки. Давай со мной, Весь мир носит китайские кроссовки. У моего соседа Вовки тоже китайские кроссовки. У моей девушки с телефоном не в порядке, у нее китайская зарядка. У детей краснеют ушки, у них китайские игрушки. Не играют только на китайских инструментах эти угрюмые студенты. Ну понимаете вообще, ну вот почему? Почему? Не знаю, а почему? Весь мир носит китайские кроссовки. Пу-па-па-па. Весь мир носит китайские кроссовки. А два человека. Весь мир носит китайские кроссовки. А теперь так же само в три голоса, как мы. Весь мир носит китайские кроссовки. Это точно мы. Нихао, мами Цзюхун, да здравствует дядя Мао Цзэдун. 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 Весь мир носит китайские кроссовки. Китайскими штурмами. Весь мир носит китайские кроссовки. Папочка уже встречаются. Весь мир носит китайские кроссовки. Пу-па-па-па. Весь мир носит китайские кроссовки. Да, вот именно этим зале мы и помогли кому-то этой песне, ничего не скажешь. Ну что, к нам кореец уже подходил, нормально? Да. Да? Потому что мы с собакой шли. Понятно, где он подошел. А сколько стоит? А пусть не? Да, тебе не смутило то, что он подошел у нас спросить насчет собаки с этим самым, как его? Собаками? А? С шампурами? Витя, да, очень долго спрашивал, как записать вашу группу. Да, кстати. А, да, вы. Я ему потом рассказал, что Клей Угрюмов — это корейское божество. То есть, да, парень, кстати... Он удивился как-то вообще. Он очень долго кланялся, когда уходил. Спасибо, Клей Угрюмов. Да, спасибо, Клей Угрюмов. Спасибо, ты ушел. Ну, было прикольно. KFC его встретили, кстати. Вот такой мужик. Да. Друзья, мысль. Если корейцы иногда ходят в KFC, значит не стоит там кушать. Вызывает подозрение там. Сейчас со собачками попахивает. Ну ладно, бреды. Ну что, хочется спеть. Хочется, мы, наверное, будем как-то заканчивать. По чуть-чуть. Постепенно, да, заканчивать свое выступление. И мы, наверное, споем вам песню, на которой наше участие в шоу X-Factor, собственно, и закончилось. Витя, ты опять мимо нот попадаешь. Да что ж я ждал? Купечки. Мах! Короны! Короче, я думаю, будет, наверное, вежливо с нашей стороны эту песню посвятить, ну, я не знаю, может, каждый себе, в принципе, возьмет ее на свою сторону, примет эту песню, да, но я хотел бы посвятить только одному человеку, у него сегодня случилась такая, скажем так, не сильно приятная ситуация, она потеряла телефон, и, может, как-то мою песню этой хотя бы... Где ты, телефон? Где ты, телефон, да. Песня посвящается телефону. Песня телефону. Давайте, песня лирическая, ребят, поэтому поддержите нас, пожалуйста. Лирические песни нам трудно. Как можете, гривна две у кого как.
А скиньтесь на телефон человека. А у кого денег нет, можете аплодисментами. Спалились все! Ну что, Василий, иди угомонись. Все, хватит. Серьезная тема, и то не получилось. Жизнь, Вася, такая вещь, и трудно понимать. Знаешь, полоса черная, полоса белая, коричневая в конце, вы же понимаете, это бывает, происходит иногда такое. Ну что, я уже подвел одну песню, да, и подвел ребят, вас всех подвел. Вот это да. Вы, наверное, догадались, да, какая песня будет следующая? Потому без, какая? Подожди, без объявлений, я солдат, недоношенный ребенок, говорит, шучу. Фаина. Давайте бурно поприветствуем. Спасибо. Ага.
это счастье словно талый снег. Где ты? С кем ты? Где же Фаина твой серебристый смех? Прячешь ты глаза от меня, и уже средь бела дня ты с другим целуешься при свете. Faina, 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 faina. В этой песне только капля слез. Ну зачем же Фаина ты мне утерла нос? Если даже я тебе не вернусь, я свою заботу печаль и груз. Наши песни останутся нашей пусть, нашей пусть. Фаина, 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 Фаина. Файна, 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 файна. В этой песне слишком мало слов, чтоб описать тебе мою любовь. А твоя только Ина, я не живу, а существует без тебя, файна. Когда тебя я вижу, в жилах застывает кровь, хочу с тобой просыпаться я вновь и вновь. Тебе я столько скажу, что я здесь своей даю. Наживо! Я вас всех люблю! Фаина, 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 Фаина. Файна, файна, я люблю тебя, файна, файна. Ну что, круто, ребят, сейчас будет последняя песня, поэтому мы хотим позвать сюда Женю, Хмару, Дашеньку, Дашу Солнышко. Вас звать не будем, потому что вы уже вот здесь вот рядышком. Будем петь все вместе песню. В конце давай улетим. Давай куда-то улетим. Туда, куда везде и всегда круглый лоб. Тепло, хорошо, замечательно и бомба. Улетите с нами, да? Да. Хорошо? Это где? Так, мы садимся на нашу ракету под названием Тюбик. Тюбик, так сказать, наша ракета. Ракета Тюбик? Ракета Тюбик, да. Садимся. Мы будем делиться с вами микрофонами. О, ты будешь играть? Вообще бомбовая. Давай. Я думаю, стул лишний. Забери его. Мы будем все вместе петь сейчас. Я извини, что не придумал. Давай микрофон один отдадим кому-нибудь. А что петь сейчас поймешь? Сейчас будем петь. Ребят, а вы все должны вместе подпевать. А что неправильно вытягивать? Не надо садиться, а давайте стоя закончим последнюю песню. Реально, будет прикольно. Возьми. Давайте не ленитесь, эй! Давайте, спорт, физкультура, все хорошо, давайте, помогайте. Я не себе место какое-нибудь куда-нибудь припаяюсь. Иди туда с Дашей пой, а мы будем петь вот тут. Окей. Дашулечка моя. Это друзья, мы все сели на наш космолет улет под названием Тюбик Клея. Итак, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Все вместе, не стесняемся, слова вообще вот простые, припев. Полетели люди на Марс.
На Марсе еда, па-па-па-па-па. На Марсе вода, па-па-па-па-па. На Марсе все супер, а супер всегда. Во-во-во-во-во-во. На Марсе светло, па-ра-па-па-на. На Марсе тепло, па-ра-па-па-па. На Марсе все супер, Даш, а супер хорошо. И все вместе. Полетели люди на Марс, на Марс полетели, полетели, полетели люди на Марс, па-па-па-па-па-па-па. Полетели, полетели люди на Марс, на Марс полетели, полетели, полетели люди на Марс. Там встретил нас день, он знает все сам. Красный мешком ждет. Он машет ремнем, сигара во рту. Скорей полетели к нему. Все вместе. Полетели, полетели люди на Марс. На Марс полетели, полетели, полетели люди на Марс. Полетели, Витя полетели, Даша полетели, Таня полетели, Максим полетели, Женя полетели, Рома полетели, Женя полетели. Летели, недели, закрутились, завертелись, закружились, залетели. Мы через неделю мы полетели, а там круто, знаете, а нам не надоели эти недели. Короче, ваши аплодисменты, друзья! Спасибо большое, друзья!